Всех приветствую на своем канале. Так, сейчас грибу Атау на своем тракторе куновском. Вот такие волки. В этом году Атава хуже, чем в прошлом. Этот грибем на сенаж. Вот она ровно, даже чуть пересохшая. Ну, косил я вчера, уже сегодня пересохшая. Надо было вчера мотать, но не получается нас. Народу мало, из-за этого как бы происходит задержка. Ладно, видео будет не об этом, и об этом из названия поймете. Вот когда лежат волки по прокосам, то незаметно. Данный вопрос у меня был в комментариях, и как бы я решил снять такое небольшое видео и показать вам, то есть в чем прикол. Достоверно я как бы тоже не знаю, да, это будут мои также предположения, но я думаю, что от истины это недалеко уходит. Вот начинаем смотреть на поле. Вот сейчас прокош здесь убрано уже Атава, и видим вот такие полосы, как будто как футбольное поле. Зеленая, коричневая, зеленая, коричневая. Не знаю, на видео будет это видно. Но я думаю, что будет. Почему? Потому что получается, что вот... Вот смотрим, вот здесь вот. Вот здесь и шла тарелка. И вот здесь и шла тарелка. А посередине не было тарелок. То есть... Края тарелка берет на вироксе ниже, чем к середине. То есть в середине получается вот такой вот как бы не прокос. Вот смотрим, и прям везде это все видно. Это вот первый не прокос, это первый этот заезд от центра я косил. Вот здесь прям явно видно, вот здесь тарелка и шла, и здесь и шла тарелка, а в середине вот это не прокос. То есть вот прям видно, насколько вот она не прокосила. Так, смотрим везде, везде все это видно. В чем же дело, что я об этом думаю? То есть почему вот косилка вирокс не прокашивает середину? Все-таки мне кажется, по инерции, то есть здесь трава, и по инерции разгон ножа, он получается как бы на диск, на тарелке вниз вот так. И он забирает бока ниже. Ниже, то есть по краям он получается ниже идет, а к середине, так как уже два ножа встречаются, они не встречаются по очереди, то есть уже один половина прокосил, другой еще... не прокосил, и трава уходит у нас на тарелку вверх, то нож как бы по инерции начинает задираться вверх, по тарелке вверх, и не прокашивает так, как бока. То есть прокашивает, но чуть выше получается берет. Я уже на своих вироксах показывал, что у меня проблема на верхней тарелке, нож постоянно вверх, и он стирает верхнюю тарелку. То есть было даже до держателя ножа, то есть сточено, то есть постоянно от препятствий, вот от кротовых этих, от муравейника, нож бьет постоянно вверх, его забивает, по инерции бьет, и он протирает эту верхнюю тарелку. Сейчас попробую показать на косилке, о чем я вам рассказывал в поле. Вот, то есть прям заметно. Я раньше как бы не замечал, но косила и косила, а вот сейчас стал присматриваться, смотрю, как футбольное поле, то есть белая зеленая полоска, белая зеленая, вот прям видно, вот такие вот полосы. То есть в середине у нас прокошено, но чуть выше получается. Как бы он, вот эти ножи, они по краям сзади, так как сзади уже нету травы, они
разгоняются, получается, по инерции опускаются вниз, а ударяясь в траву, они начинают подниматься выше и выше, то есть в препятствие выше, и к центру они уже как бы уходят вверх, потому что трава, и под себя начинают сзади разгоняться. Мое предположение, кто думает по-другому или есть какие-то доводы другие, пожалуйста, пишите в комментариях, обсудим, то есть будет полезно всем. Да, тут хочу съездить снова в магазин и сниму еще раз магазин. Там у нас кое-какие новшества произошли. Так что смотрите. Сейчас будет продолжение, покажу на косилке. И смотрите следующее видео. Ладно, сейчас дойдем до косилки и покажу. Так, ну вот она, наша косилка. Вот у нее перед. Вот так она косит. Она сейчас как бы в транспортном положении. Но вот так вот. Еще и замок не закрыл. Пружины нет. Ладно. Вот что, про что я говорил. То есть сзади ножи, получается, идут выше. Вот так. То есть их прижимает, и они вот так летят. То есть по инерции. Нет, наоборот, вниз. То есть по инерции она расположена вниз, и он летит ниже. То есть так как травы сзади уже нету, у нас прокос, он летит по инерции вниз, то есть его тянет, и он так летит. Как только он встречается с травой, и он начинает поднимать с препятствием вверх. То есть, и вот на это видно, на косилке. То есть, а где у нас трава получается? У нас трава, то есть здесь у нас уже прокос, и трава у нас только вот здесь получается. Да, вот здесь. То есть он начинает здесь косить, его начинает задирать, он хреначит, прокашивает и здесь опускается. А опускается он сзади и еще ниже скашивает. Так там уже скошено поверху, а он еще ниже. И получается вот этот вот центр не прокошен, так как здесь, вот даже на этом ноже видно. То есть здесь он как только ударяется в траву, в препятствие, его начинает задирать. Вот прям видно. То есть здесь он уже выше, то есть на скорости выше поднимается, и оставляется у нас не прокос, насколько можно. Вот, ну, настолько вот такой вот не прокос у нас будет. Самое большое это где-то вот здесь. Вот здесь. И вот этот непрокос так и остается. А по длине ножи, я считаю, что тут ни при чем, потому что даже вот короткий, вот здесь, и этот здесь, они перекрывают друг друга. Ну, где-то на пол сантиметра, на сантиметр они перекрывают друг друга. Почему? И было видео как-то, по-моему, не помню на каком канале, не буду врать, что изначально была бракованная косилка, то есть шаг был неверный или шестерня по шлицам была неверна, то есть она при двух или при трех оборотах начинала смещаться, и ножи встречались. Так, ну, все, что кто, я думаю, я написал по этой косилке, почему остается непрокос в середине. А у кого какие есть мнения, пишите. Попробуем разобраться, что да как. Ладно, все, всем пока.